Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Девять в списке мертвых» 2010 года. Это триллер о выживании девяти незнакомцев, которые были похищены вооруженным в маске, который сказал им, что будет убивать каждого из них через каждые 10 минут, пока они будут узнавать, как все они связаны, кто из девяти останется в живых, а кто умрет. Пятница 13, 2009 года. Молодые друзья Уитни, Майк, Ричи, Аманда и Уэйд заблудились в лесах около заброшенного лагеря «Хрустальное озеро». Когда их любопытство взяло верх, они решили посетить то место, где когда-то обитал убийца-психопат. Тем временем Трент приглашает друзей в его хижину, расположенную у озера, на уикенд, полный секса, выпивки и наркотиков. Однако их забавный уикенд, по-видимому, скоро перерастет в кошмар, после того, как одинокий путешественник Клей начинает поиски своей пропавшей сестры Уитни, и молодые тинейджеры вскоре оказываются лицом к лицу со злом, заново рожденным, невообразимым и усовершенствованным. Его имя – Джейсон Вурхис. Крик в общаге 2009 года. Группа студенток решает отомстить парню, изменяющему их подружке. Для этого они инсценируют смерть одной из любовниц студента Лавеласа. Юноша, который не знает, что все это всего лишь сомнительная шутка, убивает девушку уже по-настоящему. А уже на выпускном вдруг появляется таинственная фигура в балахоне. Этот кто-то знает про скрываемое студентами убийство и начинает мстить, уничтожая всех соучастников преступления.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!